Приветствую всех любителей NBA 2K11. С вами Илларионов Юрий. Всю неделю вы загружали в группу свои лучшие игровые моменты, и пришло время расставить их по своим местам. Топ-10, дорогие друзья, поехали! На 10-м месте расположился Макс Игнатенко со своим данком через Карлоса Бузера и Жоакима Нуа. Прежде чем завершить атаку, Макс заглядывает в кольцо. На 9-м месте расположился Алексей Берич со своим быстрым отрывом, который он завершает наикрутейшим данком под названием «Райдер». У меня только один вопрос, ребят. Почему это 9-я строчка? 8-е место по итогам голосования занимает Никита Медведев. Против такого медведя даже втроем не отзащищаться. 7-е место занимает администратор группы Евгений Половченя. Евгений умеет высоко летать и разворачиваться на 180 градусов. Шестое место занимает Михаил Горбатенко. Посмотрите, какая амплитудная мельница через Луиса Сколу. И затем обязательно пожать руку партнеру. Немного защиты. И на 5-м месте Ник Савинок, который делает блокшот Тайсону Чендлеру. На 4-м месте Игнат Петухов, который остановился в шаге от заветной тройки призеров. Попутно разобравшись с Джейсоном Ричардсоном, Игнат ставит сверху через Двайта Ховарда. Бронзу на этой неделе получает Паша Кашин со своим алиупом от щита. Напишу тебе в личку, Паша, научишь, как делать такой алиуп. В шаге от первого места остановился Никита Попков. Хочу заметить, что Никита играет за Шакила Анила. И на втором месте беспощадный блокшот от великого Шака. А по итогам недели первое место вручается Карену Григоряну. До конца матча оставалось полсекунды. Карену оставалось лишь только набрасывать мяч на кольцо. И здесь он все сделал грамотно, и его игрок успел расстаться с мячом за это короткое время и принести победу своей команде со счетом 80-79. Мои поздравления, Карен. Это была десятка лучших моментов прошедшей недели. Для вас комментировал Илларионов Юрий. Спасибо за внимание, и я с нетерпением буду ждать следующей недели.